30 марта в Берлине пасмурно, на протяжении всего дня дожди, 14 градусов выше ноля. В Варшаве также пасмурно, но без осадков, плюс 8. В Вильнюсе солнечно, с утра и до самого вечера, 5 градусов со знаком плюс. В Минске малооблачно, 4 градуса выше ноля. В Санкт-Петербурге нулевая температура, переменная облачность, преимущественно солнечно и возможен снегопад. В Москве утром и вечером ясно, днем облачно и небольшой снег, до 1 мороза. В Калининграде 30 марта на протяжении всего дня ясно и никаких осадков. Температура воздуха днем 8 градусов со знаком плюс, ночью до 2 тепла. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление медленно повышается.